Привет, сейчас поиграем в игру под названием «Пальчики оближешь». Блин, всем это произнес. Шеф-повар года. Детская походу игра для девочек. Что тут у нас? Центр занятости, кастинг, наверное. Не знаю, перчатки, аэропорт. Какой-то... Ярмарка, какая-то ярмарка. Битва поваров. И теперь мы в Америке. Ингредиенты. Что у нас из нас заходит? Эй. Далее. Да не надо подсказывать, мы сами найдем. А, это уже другое обучение. Пропустить, короче. Ночью и время не люблю. Мука, сливочное масло, смешать. Ну вот мука, да? Я понял, мука, сливочное масло, где оно? Вот оно. Пока не заканчивается мука, чтобы у меня так нахуй не было. Как тебе смешать? Ага, блендер. Обивный Нью-Йорк. Яблоки. Я не пойму. Столько всего. Проблема, нажмите кнопку помощи. А сахар я знаю. Вот это, что это у них 4, 3, у меня 0 всего лишь. Миллион наготовлю? Ладно, следуем инструкциям, там увидим. Что это выпекать, что делать? Где выпекать? Может здесь где-то, нет? Где можно печь? В этом? О, угадал. А, ну да, мне смутили, это красное наверху. Тут сковородки просто. Ванильное мороженое. Оп. Что за пик? Я проиграл? Да, все, быстро будем делать. Где лук? Вот лук. За режим отрос нас будет судить. Итак, мы выиграли. Никто не отравился, похоже. Нам подарили цветы. Здорово.
что теперь понюхаем цветы? Нет, дальше. Ну, что делать? Опа, мы на первом месте. Так, поехали дальше. Что-то я протыкал, а вот. Вот букву. Лук тут был, где он теперь? А тут. А не было его тут. Так, приготовились хлеб. И тоже нарезать. Мы на седьмом месте. Ну ничего, сейчас думаю, будем брать на первом. Что за пик? Мы не успеем приготовить новое блюдо? Соус, я его еще не видел, а вот. Майонез, а вот майонез. Булочка. Грибочки, где грибочки? Вот грибочки. Так, где яйца? Вот яйца. А где перец? Перец, перец, где? А вот он. Да давай не ходи кругами. Сразу булочку возьми. Не хочешь? Что, они еще не сыты? Сахар, корица, специи, вино и все вот туда, чудо-печку. Мультики помните? Накидал он дров, тесто. И опять мы победили. Вот такая вот игра.